Армения для нас ближайший партнер и союзник в этом регионе. Мы вместе не только в СНГ, но и в ОДКБ, а теперь уже и в Евразийском экономическом союзе. И я знаю, что такое сближение с Россией, такие интеграционные проекты с нашей страной являются очень широко представленной позицией в армянском обществе. Эти процессы не только выбор, который делают руководители, но, еще раз повторю, настроение, которое существует среди людей, это очень важно. Мы знаем, что в другом направлении, вопреки этим настроениям, сейчас работает очень много наших геополитических конкурентов. В Армении, по моим данным, порядка 350 неправительственных организаций, агитирующих против евразийской интеграции и за сближение Армении с Европейским Союзом в рамках Восточного партнерства. Мы эту работу видим. Мы не считаем эту работу корректной, потому что мы, в принципе, не считаем корректной постановку вопроса или-или, вы с нами, или вы с ними. Это такая постановка вопроса уже разрушила или почти что разрушила Украину и может разрушить любую другую страну. Если этот вопрос будет ставиться настойчиво и в лоб, мы надеемся, что Армению этому испытанию никто подвергать в конечном итоге не будет. И надеюсь, что мы, Россия и Армения, будем сохранять эти отношения союзничества и дружбы на годы и десятилетия, и столетия вперед, как это было в прошлом.